Текучка. От многих людей слышится. Вы знаете, не получилось, не успел, текучка не дана. Так много операционки. Прямо погрузился в эту операционную работу. Знаете, это звучит странно. Как будто что-то или кто-то руководит вашей жизнью. Складывается ощущение, что не вы управляете жизнью, а вами управляют какие-то внешние силы. Я очень часто слышу: я занята, я целый день занималась работой, у меня такой перегруз, что я не могла найти 15 минут на то, чтобы сделать обещанное. Как это так? В течение 10 часов рабочего времени человек не мог найти 15 минут? Это значит, что не он управляет временем, а им управляют. До тех пор, пока вы не начнете четко и жестко защищать свое время, вас будет постоянно тянуть вниз, вас будет заедать эта операционка, будет мешать обстоятельства, будут подводить люди, и вам всегда будет не хватать времени. Очень важно научиться защищать свое время. Именно поэтому нужно выделять время для того, чтобы закрывать все свои дела. Итак,